Всем привет! Вы на канале Any Wonders. Меня зовут Анита, и сегодня мы обозреваем завершающую четвертую семью из сериала H2O. Это семья Бенджамин. Персонажи с этой фамилии — это брат и сестра Уилл и Софи. Но также по решению юноши с ними проживает и Белла. Стиль Беллы мне очень нравится своей насыщенностью и солнечностью. В этом она посещала школу. Это из серии, когда ее устроили на работу в кафе петь. Из эпизода, в котором девушки узнали, что их кулоны притягиваются. Она часто носила платье в повседневных образах, и вот одно из них. Из серии, когда Зейн устраивал соревнования по гонкам. В этом Белла была в полнолуние, когда ее утащила вода. На прогулке с Уиллом нечто похожее было на ней. Из серии, когда они с Уиллом решили узнать друг друга получше. Одежда, в которой она появлялась в школе. Наряд с последней серии, но вместо полосатой майки такая. Был пляжным, а стал спортивным нарядом. В этой одежде она с Уиллом отправлялась в поход на Мака в поиске разгадок. В честь открытия кафе Рики. В этом образе Белла впервые выступала в кафе. С очередного концерта там же. Мне кажется, что прям очень правдоподобно получилось. Платье со свадьбы Дона и Саманты. Платье на выпускной. Первое появление Беллы было в подобном наряде. Это когда с Уиллом гуляли по пляжу. Платье с выступления Клео по дрессировке дельфинов. В этом она была, когда Клео и Рики пустили ее в свой клан русалок. Платье на День Святого Валентина. Это когда Белла ждала Уилла в кафе, чтобы подтянуть по школьным предметам. С пляжной вечеринки. И во время экспериментов над водой, когда трио спасало рыбку Клео. Так он появился в школе в первый день, когда Уилл относил заказ и расплатились фальшивыми деньгами. В этом он познакомился с Ронни и решил с ним поплавать. В день, когда было полнолуние, и он все никак не мог успокоиться из-за произошедшего с ним. Это из той серии, когда от его лосьона Белла постоянно чихала. В этом элегантно расслабленном образе он был на свадьбе Дона и Сэм на острове. Этот перед погружением на глубину. Просто взяла те же шорты для сна. В этом он был на первом концерте Беллы. Наряд для выпускного. А тут все вариации его плавательной одежды.
и когда он сам нырял, и вместе с Беллой. Су-су. Первое появление Уилла было в этом. Это когда Уилл предложил помочь Клео с дрессировкой дельфинов. Все это во время прогулок с Беллой. И одежды для исследования джунглей. Oh, ebony sycophus. Самфишапула. Йоем. Ah, Danu, Omvio, Alu. Образы Софи были не особо разнообразны, в основном можно было заметить рубашки. В этом Софи появилась впервые в сериале. Это когда она вносила изменения в кафе, добавив много растений. Из серии, когда Софи предложила благотворительный концерт, украв идею Беллы. Это в периоды недоверия к Белле. Из последней серии, когда Софи и Райан отправились добывать редкие камни. В этом платье она приходила устраиваться в кафе. А в этом общалась с Зейном о спонсорстве для Уилла. В этой одежде Софи проводила тренировки для своего брата. Из серии, когда Зейн побил рекорд Уилла с помощью обмана, как обычно. Это уже во время самого заплыва. Она появлялась так в кафе, когда привлекала внимание Зейна. Тоже для работы в кафе. В этой же рубашке она была на выпускном брата. Когда она ждала Зейна, чтобы провести время вместе после работы, а он уже ушел. Из первой серии Софи можно было понять, что у нее черный купальник. В похожем наряде она также была на работе. Вот в этом она появилась в кафе, и тогда Белла не подозревала, что она не девушка, а просто сестра Уилла. Примерно таким был бы ее плащ, как мне кажется. Вот такая семья Бенджамин у меня получилась. Ссылку на скачивание семьи вы найдете в описании. Дополнительный контент, который я использовала, будет в виде отдельных ссылок на сайты создателей. Поддержите канал лайком, если видео вам понравилось. Пишите комментарий, какую следующую семью хотели бы вы увидеть. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые проекты. И до новых видео. Пока!